денег, кто взял. Что верните? Спасибо огромное за туфельки, за огонечки, спасибочки, за морожка. Спасибо огромное за сердечко. Благодарю вас. Мне приятно. Правда. С тобой я не спорю, у тебя всегда есть правильный ответ. Ты супер. Спасибо, Виктор. Это мне медсестры или халаты возят. Павлик, там именно такие медсестры, они еле в халаты влазят, да? Осторожнее будь. Я забыла, как вас зовут. Вы мне где-то лучший даритель сегодня. Угу, да, вот так вот. Модератор мой вас заметила, показывает вам. Ну, мы знакомились же с вами. Мы с вами. Вы у меня, кстати, где-то должны быть все-таки записаны. Я вас куда-то записывала. Привет из Грузии, привет. Если только с перелом, то задержусь. Павлик, надо срочно что-то ломать, чтобы задержаться. Льву хорошо подходят близнецы. Ну, да, я слышала, что вот близнецы. А кто это еще? Близнец, скорпион и, наверное, овен. Но это неправильные. Неправильная какая-то это. Ты замужем? Я не замужем. Привет, Квиточка, привет. Что с тобой опять? На вы перешли. Я вас куда-то записывала. Дайте я вас вспомню все-таки. Не помню. Где-то вы у меня были, но я точно вас куда-то записывала. Владимир, вы. Вы Владимир. Точно, я вас нашла в своем списке. Закрепила комментарий, Настя, это так. Так, молодые девушки, медсестры здесь. Оля, кем работаешь? Я на швейной фабрике работаю, швея. Привет из Казахстана, привет. Капец, ты красивая. Оля ищет рыбку. Ну, найдите, пожалуйста, свою записку. Вообще, вы меня замуж собирались. Владимир, я вас нашла. Нашла я вас. Ой. Алан, спасибо за Мишку, огромное, огромное, как я его просмотрела, просмотрела Мишку, спасибочки, благодарю, прям вот от всего сердца, от души, очень-очень приятно. Здравствуйте, в больнице. Так, меня ты тоже записывала? Александр, нет, конечно, вы у меня тут в голове. Так, в Беларуси друзья есть, близнец я, близнецы, хорошо. Куда ты их записываешь? В список черный и белый. Привет, как дела? Привет, все отлично. Привет, красавица. Привет из Грузии, здравствуйте. Сыромятки. Я рыбка по знаку. Вот, хоть одна рыбка у нас тут. Как вас зовут? Кто меня искал? Я искала, я здесь. Жена моя, когда расписываться пойдем. Сегодня воскресенье, ЗАГСы не работают. Спасибо. Меня как зовут? Ты очень красивая. Спасибо. Так, Александр, что за слезы? Что за слезы? Я вам говорю, что все же в голове держу вас. Оля, очень эмоциональный лев. Ой, Анатолий, это действительно так. Я слишком эмоциональная. Слишком, прям вот чересчур. Может, в магазин сходить тут можно? Я овен. Хорошо. А я Николай. Оля и Коля. Прям как тутти-фрутти. Спасибо огромное. Спасибочки. Подписывайтесь на Владимира. Спасибочки огромное. Андрей, спасибо. Владимир, спасибо. Благодарю. Вот даже сердечко мое не перебивает. Павлик, спасибо огромное. Саня, спасибочки. Спасибо, мои хорошие. Благодарю вас. Какая одна рыбка? Я тоже рыбка. Ой, блин, Анатолий, я все время забываю, что вы тоже рыбка. У нас теперь две рыбки здесь. Милая девушка, привет, откуда вы? Спасибо, Санечка, огромное за огонечек. Спасибочки, где сердце мое? Благодарю. Привет, откуда вы? Я из Беларуси. Замуж не хочешь? Замуж не хочу. Так.
Бог вам здоровья. Спасибо огромное. Вам тоже всем я желаю искренне от всей души это крепенького здоровечка. Всем-всем. Перемещаться в пространстве живого времени. Привет, привет. Спасибо за подписку. Так, приглашаю в Грузию, если есть желание. Ой, столько у нас много, столько много людей, кто приглашает именно вот в Грузию. Я начинаю задумываться о том, что, наверное, летом в своем отпуске надо посетить эту страну. Если ты замуж не пойдешь, я не смогу тебя забрать. Наоборот, если замуж не пойду, можно забрать. Красотка. Спасибо, Ваня. Шымкент. Вам сколько лет, красавица? 32 года. Красиво. Спасибо. Привет. Пусик, привет. Алексей, полетим в Дубай? Когда? Когда? Правильно. Меньше проблем, никто нервы тревать не будет, да? Согласна. Полностью. Что так? Я Минск. Отлично. Практически рядом. Спасибо огромное. Благодарю, Владимир. Благодарю вас за розы. Очень приятно. Спасибо. Привет, красавица. Лучше надо в Узбекистан. Что у вас в Узбекистане можно посмотреть? Вот почему я должна туда именно поехать. Ой, спасибо за петушочки. Эти конфетки, так, вот они, знаете, сразу напоминают мне вот эти из детства, да, когда вот эти петушки мы сосали сахарные и сами делали еще их. Классные. Так, думай хорошо. Оля, молодая. Литву. Выпишут из больницы, снова пить начну. Когда пьешь, то ничего не болит. Павлик, ты алкаш какой-то, вот честное слово. Я с тобой общаться скоро не буду, если тебя будут посещать такие мысли. Вот только совсем недавно говорили о том, почему отношения распадаются. Потому что очень много, большинство мужиков пьют. И ты вот сейчас относишься вот в эту категорию. Зачем? Молодой парень, зачем убивать себя так? Лучше девушку себе найди. Как деньги будут, так и полетим. Ну, хозяин-барин. Доброе утро, как дела? Красиво, можно познакомиться, если хочешь. Мы тут все знакомимся, общаемся, дружим, делимся хорошим настроением, да? Хорошей энергетикой, теплой. Узбекистан можно узбеков. Видите, как-то... Как что? Поедем жить ко мне в шалаш. Ну да, как тут и писали, что с милым и рай в шалаше. Девушки Белоруссии шикарные. Спасибо огромное. Да везде девушки хорошие. Красивые, хорошие. И парни, мужчины тоже. В каждой стране, в каждом уголке мира. Павлик Морозов, шучу, конечно. Я тебя, блин, пошучу в следующий раз так. Вот только недавно сказала о том, что я доверчивая, всем доверяю. А ты мне начинаешь шутки тут какие-то. Не шути так со мной, Павлик, не шути. Так, приезжайте, когда...